Сегодня по лове 9 годины раницы вратовальники Светлогорского районного подразделения МНС выезжали по поведомлению об дорожно-транспортном здарении у Светлогорском районе. Яно отбылось на трассе Р-31 Бобруйск-Парычи-Калинковичи за 2 километра от вёски Красновка. У вынику лобового сутыкнения микроавтобуса Ивека и трактора у микроавтобуса опынулся затиснутый водитель. Вратовальники с применением ручного гидравличного инструмента деблокировали потерпевшего и передали работникам медицинской службы. После огляду мужчину с переломом ноги шпитализовали у медицинскую установу. Водитель трактора у допомозе медиков не имел потребы.